Депутаты вышли на открытый диалог с инвалидами. Главный вопрос встречи – трудоустройство. На большой разговор приглашены работодатели. О барьерах, которые делают жизнь инвалидов, недоступны. Владимир Клюшников. Для социального комитета Приморского парламента выездной формат заседаний стал уже традицией. Депутаты публично решают повестку дня в открытой форме с участием заинтересованной аудитории. В этот раз комитет обсуждает программы для людей с ограниченными возможностями. То, что мы делаем, то, на что мы тратим государственные деньги по реализации этих программ, было обязательно сделано именно для людей, с учетом мнения людей, которые ограничены в своих возможностях. Обсуждается два направления – создание в Приморье безбарьерной среды и трудоустройство инвалидов. На комитет специально пригласили работодателей, которые имеют потенциал по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Как они трудоустраивают людей с ограниченными возможностями, как они обеспечивают для них социальную карту с точки зрения приобретения путевок, различных льгот. Наша задача точечно поднимать все эти проблемы и заниматься последовательно их решением и на уровне представительных органов, и на уровне органов исполнительной власти. Форма открытого обсуждения вопросов напрямую с людьми, которых это касается, доказала свою эффективность. Комитет по социальной политике и защите прав граждан будет и в дальнейшем использовать такой режим работы. Владимир Клюшников, Алексей Зданович, «Панорама».